Если будут проводиться такие выставки, ярмарки, я думаю, что, во-первых, для жителей, для гостей любого региона Краснодарского края, да, это будет вообще перспектива в будущем. Тем более сейчас, то, что вот сейчас приняло правительство наше российское, да, что вот зеленая дорога сельскохозяйственному направлению, да, это вообще будет, я думаю, прекрасно. Люди будут заинтересованы, люди будут стараться, люди будут делать это все. Понимаете, просто для сельскохозяйственной продукции нужно просто открыть дорогу.